В Армении завершилась активная фаза двусторонних тактических учений с российскими военнослужащими, и мотострелковые и танковые подразделения совершили марш в 100 километров с полигона Камхут на полигон Алагяс. На нем военные поразили сотни мишеней условного противника с воздуха и на земле. Стрельба велась изо всех видов стрелкового оружия, танков, минометов, гранатометов, средств ПВО, артиллерийских систем «Град». Также в маневрах принимали участие истребители МиГ-29 и беспилотники. Всего же в учениях были задействованы более 600 военных и около 100 единиц техники.